исходя из того, что предполагал, что здесь будет другое лечебное заведение, а мы исходим с вами из того, что здесь будет у нас детская больница. Раз. Со своей стороны берем на себя обязательство найти средства на реконструкцию, и дальше мы потом будем уже вместе думать по оборудованию. Вот. Хорошо, Ислач, мы все как бы посчитаем. И в этом году мы планируем до конца года. До конца года мы его построим. И жители города Ульска появится наконец-то больница детская, которую долго-долго ждали. Но учитывая, что старая больница, она все-таки 1890 года, пускай это будет напоминанием нам о том, что строили больше, чем век назад. Да? Ну, там просто надо посмотреть те здания, которые есть, их можно было бы тоже использовать, чтобы их там взяли. Не хорошо, мы подумаем. Не подумаем. Потому что там есть здания такие фундаментальные, кирпичные,